Всем привет, привет! Жанна Сатаровская. Сегодня мы будем продолжать. Да, еще мои цветочки такие. Сегодня я буду продолжать Monster High. И еще я для Monster High, видите, вечер. Для Monster High сделала вот такую, нет, это не считать, вот такой цветочек, и для них такие вещички. Может так сказать, вот такие цветочки, туда вещички кладутся. Я это не буду пока использовать, но когда-то может. Вот моя фотография. Ну и все, с вами Катеровская. Пока-пока! Ой, извините. И еще посмотрим. Пока-пока. Дракула, ну-ка дай, пожалуйста, телефончик. Хорошо, даю. Держи. Так, сколько времени? Надоело, убери свой телефон. Ну, там было что-то 23 с чем-то там. Ладно, покажи его. Смотри. Сейчас. Чик. Я же говорил 23:59, 21 ноября. Спать пора, дорогуша. Еще хуже. 00:00. Ложись быстро спать, кому говорят. У тебя завтра день рождения. Ох, а то мама тебя наругает. Ложись. Ладно, пусик мой. Так, что нам выпито? О, ну ладно. Отправить. Ну ладно, есть пока ночь. Вам надо посмотреть на телефоне, во сколько у нее там начинается. Так, что у нее там написано? Так, ага, нашла заметки. Заметки. Первое у нас. День рождения у Лагуны 22 ноября в 15:35. Отлично. Час времени. 1:00. Понятно. Отлично. Ложимся спать. Завтра будильник прозвенит. Поставлю. Так. Так, будильник. Будильники. Первое 8:10, второе 23:00. Это мы уйдем. Третье 15:00. Выберу 23:00. Нажимаем. О, будильник сработает через 7:03. Отлично, пушок. Мы успеем. Все отлично дело. Ну, спать? Тебе спокойной ночи, пушочек. Хороший. Ну ладно, пока. Осталось выключить свет. Ой. Чик. Отлично. Мне показалось. Вот так будильник прозвенит уже. Скоро ли? Скоро ли? Наконец-то! Будильник звонит. Обожаю этот звонок. Мама, рапапарочки, тай, рапапарапапарапапапапа, надо пораставать. О, мой любимый. Кнопка и чик, есть, ура, наконец-то 8:11, ага, так, телефончик убираем, включаем свет. Опа. Чик. Отлично. Девочки, пора вставать. Вы забыли, что уже прозвенел? О, могу показать. Сработал будильник в 8:10. Видите? Да. Забыл, у тебя день рождения. Встаем. Перевод. Что падает?
Я не знаю. Б. Я не испугалась. Ах ты. Ладно, девочка, встаем. Хорошо. Я встала. Дракула, Ребекка, встань. О, уже. Ага. А мне очень интересно, где Клодин? Правда, где Клодин? Кэти, я тебя больше не будет. Как его выключить? Кэтин телефон. Ауч. Ага. Эй, иди сюда. Та же самая песня в лифте. Люди. Ох, пора выходить. Ой, привет. О, привет, Кэти. Девочки, может отойти, нам надо поговорить с Кэти. Окей. Окей. Хорошо, я жду тут. Кэти, вот у меня вот этот малыш меня испугал, я упал на пол, заснула. Твой будильник какой-то упал на меня и разбудил меня в 8:25. То есть 26. Кэти... Прости, я-то не знала, что у нас так получится. Да-да-да, так я тебе и поверила уж. Но скажи, музыка прикольная. Это будильник. В лифте такая музыка. Не люблю этот лифт, не люблю. По лестнице ключ. По лестнице дед с бабкой. Все. Бала-бала-бала-ба. А мы будем призывать лагуну? Да, пойдем, надоело, об этом потом. А мой телефон разбился. Разбился, ужас, да, какой? Фух, не разбился. Оп. Отлично. Я не сдамся. Будильник. 8:30. Кого-то вырубить. О, вырубила. Лагуна. Лагуне! Там, ты забыла? Там была в лифте. Нет, как я могу с такой жить? Нет, отстань! Нет, мы приехали, прекрати! О, ура! О боже! Ура, пришли! Чик-чик. Нет. О, привет. Где лагуна? Лагуна! О, боже. Есть! Встретила мою победительницу. О, ты белая такая. Ты забыла, что я, как бы сказать, привидение? Ну, призрак. Точно. Ну, привет, да. Ужас. В лифте ехали, она нет. Да, люди. Ну чё? Извините за такое, у нас свет выключили. Вот я клянусь, у нас свет выключили. Видите, трэджи. Свет врубили. О, мое сердце чуть не остановилось. 3G было! Ужас! Ладно, идемте.
Ой. Та-ра. Молодец. Ну что, идем? Ребекка! Клодин! Знаю, Эбби. Кэти! Не надо, не надо, не надо. Ура! Договорились. Я жива! Подруга, привет, что случилось? Извините. Я не поняла. Ладно, с вами была Катя Робская. Всем пока-пока. Я сниму потом видео. Пока-пока.